Уважаемые зрители, здравствуйте! С вами я, Александр Сиваев, и мы находимся в центре Волгограда, ресторации «Сливки общества». Разрешите вам представить шеф-повара этого заведения Александра Титова. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Александр, скажите, пожалуйста, чем сегодня вы готовы удивить меня и порадовать наших телезрителей? Знакомство для вас, Александр, сегодня начнется с двух удивительных блюд. Это салат сейшелы с морепродуктами и эксклюзивными шашлычками из дичи. Начнем мы ознакомление с морепродуктов. Салат сейшелы. Тогда вот эта нам тарелка не понадобится сейчас. Да, ее нужно. Хорошо, уберем. Что входит в ингредиенты этого салата? В состав этого салата входят креветки, осьминоги, кальмары, креветки тигровые и мидии. Александр, ну с чего нужно начать? Вот с чего можно начать приготовление салата? Я думаю, что приготовление салата такого можно начать с поимки креветок. Все правильно, Александр. Наши креветки уже пойманы. Нам остается их только почистить. Ага, ну давайте уже быстрее. Я уже хочу научиться это делать. Пожалуйста, берите креветочку. Так. Ножнички. Так. Креветка чистится со спины. То есть мне надо ее перевернуть, да, ну, получается? Естественно. Ага, вот так? Да. Ага, вот здесь вот крепится голова. Нужно заправить ножнички под панцирь. Нужно прорезать до последней фаланги. Так. Теперь нужно ее почистить от панциря. Это что нужно сделать для этого? Нужно снять его. Мне кажется, это надо кого-то еще позвать, нет? На помощь. Хотите, помогу я вам? Да, давайте, покажите, пожалуйста. Креветка зачищается следующим образом. Вот так вот. До фаланги. До последней фаланги мы зачищаем. До последней фаланги мы зачищаем. Здесь. Убираем панцирь. Убираем панцирь. И креветочка наша готова. Александр, давайте уже начнем готовить этот салат. Чертовски хочется попробовать все-таки это блюдо, которое приготовлено в заведении «Сливки общества». Да? Приступим. Александр, уже все морепродукты готовы, кальмары у нас нарезаны, креветки освобождены от панциря. Какие наши дальнейшие действия? Дальше мы начнем готовить наш салат. Разогреваем оливковое масло. Добавляем креветок. Кальмары. Следом мы добавляем осьминожки. Теперь мы добавляем мидии. Они именно в такой последовательности должны, да, добавляться на сковородку? Да. Почему мидии последние добавляются? Потому что они самые нежные. После того, как наши морепродукты приготовились, предлагаю начать оформлять блюдо. Саш, а почему подается на листе бамбука? Потому что сейчас осень, а это маленький, но кусочек лета, который будет радовать глаз и возбуждать аппетит. Ну что же, уважаемые зрители, наш салат готов. Давайте вспомним, из каких ингредиентов и как делалось это чудо кулинарного искусства. Данный салат приготовлен из креветок, кальмаров, мидий и осьминогов. Ну, конечно, не надо забывать о том, что вы добавили туда оливковое масло и секретный соус, который Александр хотел просто хитро скрыть от вашего внимания, уважаемые зрители. Ничего такого секретного в этом соусе нет. Ну, напомните телезрителям, что там же входит. Чеснок, соевый соус и белое вино. Всего лишь. Mm-hmm.
А теперь я хочу удивить вас шашлычком из дичи. Александр, я слышал, что в сливках общества удивляют шашлычками из различных пород мяса. Так ли это? Да. Здесь представлены лось, медведь, олень и страус. Скажите, пожалуйста, какое мясо, на ваш взгляд, Александр, самое сложное в приготовлении? Я считаю, что самое сложное мясо в приготовлении – это медведь. Потому что от него убегать сложно, да, Александр? В основном. Предварительно мы замариновали мясо солью, перцем и луком. Я сегодня решил вас тоже удивить. Я взял с собой скрипку «Феникс». Это единственная скрипка в мире, которая расписана, говорят все, под хохлому. Не под хохлому, а старинным красивым узором. Ну вот, собственно говоря, вот этот инструмент, олицетворяющий собой возрождение Иисуса Христа. Это скрипка, расписанная полностью вручную, с усальным золотом и освящена в Русской Православной Церкви. Она является единственной пасхальной скрипкой, так как она освящена в Пасху. Сделана она из русской березы, что очень символично, русским мастером. Кстати, этот мастер – мой отец. Я очень горжусь этим, то, что он является одним из членов Союза скрипичных мастеров и реставраторов России. Ну что же, я вам тогда сыграю, не буду вам мешать, вы будете готовить под музыку скрипки «Феникс». Прекрасно. Как вкусно пахнет, Александр. Ваше блюдо уже готово? Да, оно уже готово. А что за композиция у вас такая такая замечательная? Музыка написана нашим волгоградским композитором, членом Союза композиторов России Людмилой Зубковой. Она стала саундтреком к кинофильму «Джульетта». Так как шашлычки из дичи, тема леса неразрывно связана с этим блюдом. Как аппетитно выглядит. Ой, хочется верить в то, что горячее сырым не бывает. Итак, вот наше блюдо готово. Приглашаю вас, Александр, продегустировать его и дать оценку. Ну что же, к столу.